если будет все, что подлетает Земле, каким-то образом перехватываться где-то в космосе, кстати, это нереальная ситуация, да, то метеоритная наука пострадает, нечего будет изучать. Ведь метеорит — это бесплатное вещество, доставленное с нашей Солнечной системы. Мы специально миссии миллиардные посылаем для того, чтобы привезти там вещество с других планет. Но надо отличать метеориты и астероиды. Метеориты, в принципе, нет ни одного случая в истории метеоритики убийственного действия метеоритов. Даже в Челябинске пострадали, это, кстати, косвенно, от воздействия ударной волны, а от прямого попадания метеоритов. Поэтому нет таких данных. А вот астероид, действительно, крупных размеров, там уже сотни метров и так далее, вот это опасно. Как вы знаете, даже гибель динозавров связывают, так сказать, с падением крупного тела там, в районе Мексиканского залива.